И всем привет, дорогие телезрители и подписчики моего канала, с вами Дракон. И в сегодняшнем видео я хотел вам сказать, что я все-таки возвращаюсь на YouTube. Да, в общем-то, сейчас хотел бы объяснить причину, по которой меня не было на YouTube где-то сейчас 3-4 месяца. Получается, дело в том, что вот у меня получилась небольшая проблема с телефоном, у меня карта памяти на 32 гигабайта тупо отлетела, получается. Месяц не отлетело вообще все, что было на телефоне, потому что я все тупо переносил туда, там, все именно скриншоты, все вот игры, все данные, поэтому, в общем-то, у меня все там удалилось. Также потом еще я менял на телефоне аккумулятор, что у него была уже вероятность, что он вздует в скором времени. Ну и, в общем-то, сейчас вы можете видеть, я бегаю в такой карте, эта карта будет зомби-апокалипсиса. Пока я точно еще не решил, как он будет именно выглядеть, как обычное выживание, или же как будет что-то наподобие такого-то фильма, либо сериала. Я пока еще точно не решил. Но карта также еще пока немного в строительстве, но уже так где-то серии 3-4 записать вполне можно. Уж карта довольно-таки большая сама по себе. Я строил ее не сам, только вот если... Я строил, будет самый спавн, где мы будем спавниться в этом вот... сделаем еще спойлер, мы будем спавниться вниз, в лесу. Вот там вот. Видите, вот вон вдали. Все остальное строил уже не я, потому что там уже занимался этим не я, чтобы, ну, чтобы я не знал, что где было. Также еще хочу также сказать то, что... Также частично, почему я не мог делать урок, именно видео, потому что я очень сильно был занят уроками. Но так сейчас карантин, сейчас в основном все сидят дома, и записывать не очень удобно, потому что все время кто-нибудь мешает. Ну а также можно сказать такое спасибо ютуберу как White Knight, ссылка на его канал будет в описании, и также ставлю ссылку на его Discord сервер. Потому что все-таки он именно начал снова снимать, сам по себе он как-то, не знаю, он меня снова замотивировал, и я тоже решил снимать. Ну, можно сказать, что огромное спасибо ему, потому что если бы не он, ну я, конечно, вернулся бы, но, наверное, позже, потому что... У меня еще до сих пор есть несколько проблем, но все-таки я решил для вас записать ролик, поэтому думаю, сегодня вечером будет продолжение Skyblock'а. Он немного изменился, потому что по нему еще должно было выйти две серии. Первая серия, где получается, я просто настроил фармилку мобов там. И вторая серия, где мы также исследовали новый остров, но потом, так как я, получается... карту памяти свою спалил, но что она все писала заработать, что с ней случилось, я точно не понимаю. Именно в... я откатился на этой карте. Ну, у меня есть, конечно, там фармилка мобов, которая также была уже к этому моменту построена. Но на тот остров, на который мы с вами отправлялись, это был остров уже ада. Сейчас мы до него достроились. Я, получается, попросил, там поменяли немного лут. Ну и что, карта немножечко там слегонца поменялась. Там, конечно, в будущем, возможно, появятся какие-нибудь моды, но насчет этого я точно не сказать не могу. Ну что ж, ребята, думаю, если вы хотите посмотреть на мои новые видосики, то, конечно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а я желаю всем, ребята, всем всего хорошего и всем пока-пока.